Никогда не пробовал филиппинские фрукты. Но надо это исправить. Будет вкусно. Я не верю, проверю. Я купил гуябану. Гуябану! Ой, меня так мама раньше называла, когда я уроки не делал. Но это гуябану. Премиум. В переводе на русский сметанное яблоко. Пока я записывал ролик, на меня напал жук. Сейчас вернусь. Короче, жука с нами больше нет, но гуябану есть. Давайте открывать. Пахнет очень вкусно. А как же на вкус? И выглядит это вот так. Вначале очень вкусно, а потом... А потом воняет резиной. Этот пакет стоит 250 рублей. Но запах резины после вкуса и резины. Пойду возвращаюсь, чтобы деньги вернули. Перевод денег. Экзотический резиновый фрукт. Помойка. 3 из 10.